Веселые картинки на стенах, профессиональное оборудование в кабинетах и, конечно же, специалисты своего дела. Сюда, в первую поликлинику, за медицинской помощью приводят самых маленьких пациентов. Представители Министерства здравоохранения Московской области совместно с депутатами городского округа Химки оценили качество и доступность медицинской помощи этого учреждения. Здесь все организовано так в нашей поликлинике, что буквально за полтора часа по маршрутному листу, который выдает поликлиника, родитель может пройти всех необходимых специалистов. То есть ему не нужно отдельно записываться, ему не нужно тратить свою премию и приезжать несколько раз в поликлинику. В первой поликлинике заботятся о здоровье малышей, начинают с грудничкового возраста. Педиатры проводят регулярные профосмотры новорожденных детей. Малыши проходят обследование разных специалистов – хирурга, невролога, стоматолога, окулиста. И что самое главное, очередей в кабинеты нет. Мы стараемся, конечно, не создавать очередь, да, чтобы они здесь с месячным ребенком не уставали, не стояли. Да? И поэтому примерное время приема мы говорим, то есть один ребенок приходит там, в 8.30, 8.15, примерно 12-15 минут. Вот, ну, и, поскольку они по очереди идут, проходят этот профосмотр, таким образом вот, соблюдается очередность. Первую поликлинику переоснастили, добавили удобные интерфейсы для записи и переноса приема. На УЗИ обследования детей записывают заранее, чтобы не было очереди. А для прохождения профилактических осмотров выделен один единый день, о котором родители малышей уже знают. Очень хорошо относятся к нам и заботятся. Когда сделали прививку, нам обязательно писали, спросили, как у ребенка чувствует самочувствие у него. Главная задача первой детской поликлиники – доступность и высокое качество оказания медицинской помощи, с чем специалисты прекрасно справляются. В этом убедилась и специальная комиссия во главе с представителями Министерства здравоохранения Московской области. Юлия Самошина, Сервер Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.